Республиканская акция «От всей души» – прекрасный повод напомнить о том, что каждому из нас по силам помочь людям преклонного возраста, уделить им внимание и проявить заботу. У нас в стране проходит акция «От всей души». И действительно, нашла отклик во всех уголках нашей страны, в том числе и у нас. Поэтому мы собрали самых активных ветеранов Ленинского района. Мы поздравим их с рождественскими, с новогодними праздниками. Организовали для них концерт, поблагодарим за их труд. Действительно, их есть за что благодарить, потому что это люди, которые создали вот тот фундамент, каждый на своем рабочем месте, благодаря которому наша страна экономически развивается, выполняются все социальные гарантии. И мы живем, наверное, самое главное, благодаря им в мирной стране. Поэтому всегда хочется им сказать слова благодарности старшему поколению, а в рамках вот этих новогодних и рождественских праздников, ну, наверное, это наиболее актуально будет. Акция «От всей души» полноценно вошла в нашу жизнь, несмотря на то, что вот уже второй год, как официально объявил наш президент эту акцию, но она пришлась по душе всем нашим гражданам, не только тем людям, которым мы уделяем внимание, это людям пожилого, золотого, прекрасного возраста, но и нам, общественникам, в том числе молодежи. И очень приятно то, что мы еще один раз имеем такую замечательную возможность сказать им огромные слова благодарности за их труд, за их жизнь, за их перспективы и за то, что они при общении с нами заряжают нам положительной энергией. Они молоды душой, они энергичны, они дружны, активны. И это очень хорошо, это очень замечательно. Песня «Танцы благодарность» запретной своей работе и любви к своей стране. Вот как можно писать акцию «От всей души», которую провела Ленинская администрация. А так как на праздник принято дарить подарки, студенты Брестского государственного торгово-технологического колледжа приготовили для гостей сладкие угощения – вкуснейшие рождественские пряники. Сегодня видно в отношении нашего государства, руководства нашего района, видно, как проявляется забота и внимание к пожилым нашим гражданам района. То есть наши ветераны, они не только не забыты, они активно участвуют в общественной жизни нашего района. На всех мероприятиях, которые проходят не только в Ленинском районе, но и в городе, наши ветераны всегда желанные гости. И они с удовольствием отвлекаются от своих проблем, от немощи, там, болезней, и с удовольствием приходит на все мероприятия. Отрадно отметить, что ветеранам всегда уделяются первые места, то есть они не стоят где-то в сторонке, а находятся в центре внимания. Это самое главное, что они знают то, что они отдали свою трудовую жизнь на предприятиях, то, что они заработали своей жизнью, не забыто. Республиканская акция «От всей души» продлится до 15 января. Спешите творить добро. Василина Бускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.